фаза, я думаю, поперетаучивается, саппорты обязательно дальше. На второй фазе метки. Так, по меткам, короче, у нас тогда что получается? СС, если что, на свое усмотрение до этого, до ласт фазы, на ласт фазе по себе обновить или по хилам, там, в зависимости от того, если хилы сдохнут, тогда по хилам. Так, по хилам, мосса, короче, звездочка, шторы, япончик, ромби, нямка, трусы, денчик, печенье, банки. Алоэ в печеньку станешь, там метеоры закрывать. Денчик тебя похитит. Это. Войд станешь звездочку, побегаешь. Луцинь станешь в трусы, побегаешь. Дальше. По РДД зоне. По РДД. Мяка, звездочка, Кирс, Ромби. Пока тут. Пока тут печенька, гримперсик, трусы. Дальше. Даркес. Звездочка. Розелина. Ромбик. Локи. Трусы. Женек. Печенька. Дальше. Мозер. Звездочка. Прости. Ромбик. Вага, в печеньке постоишь, Никитос, в трусах. Стимыч, трусы. Талдарам, ромбик. Рога, печенька, Фарада, звезды. Вроде всех назначил, да? Кто-нибудь саппорт может занять, а? А то саппорта нету. Голды нет купить. Попозже будет через часа два, наверное, голды. Рыбу поставил, мозер за. Вылетел. А, нет. Сейчас на секунду передам камни. Ставь хоть одну шмотку на этот. На фо... Я поставил. Есть саппорт у тебя? Это мозер. Напоминаю, на этом, блядь. Подальше лужи выносим. Дальше. Дальше что еще? Метеоры, блядь, закрываем. На лучах метках стоим. На третьей фазе. Очень осторожно, натиск. Не ловите, блядь. Глыбы рейндж ставим. Луч сейчас тупо в танка кастуется. Да что? Что еще? Блядь, на куполе. Быстро сносим, блядь, конденсаторы, но фир не ловим. За этот япончик за 10 секунд до купола скажет, чтобы все куполу приготовились, разбежались, блядь, по платформе. Чаржимся в луч. Где Мозер? В Дискорде вообще нет? Сейчас посмотрю. Короче, нямка в лемма спекайся. Просто отец смотрит. Косты не забываем сбивать после купола. Просто отец в трусах стоишь, хилишь на второй фазе. Нямка стоишь, короче, в звездочке. Прости, дед, ты в ромбике же, да? Да. Ну да, нямка в звездочке. Так, дальше. Это, не забывайте основной нюанс. На первой фазе больше урона по трэшу, меньше урона по вам. И, блядь, у кого Т5... У кого там, блядь, кнопки не появляются чудесным образом, блядь, этот, захуярьте себе макрос. Флешкаст, щит света, называется.
Даю проверку на бафы на пул. Чё не хватает, алла? Пробафайте. Сейчас, 2 минуты. Здесь ебучий пьет. У меня саппорта нету. Кого нет? У меня вот подарам. Я говорю, займите кто-нибудь саппорт, отдам через часа 2-3. Колда упадет. Возьми ЗВБ. Каску по варам обновите. Тринч каски, алдарам кулаки. Все, здесь извиняюсь. Еще раз даю проверочку. Не творите хуйни. Блять, каску родите по варам уже. Денчик, дай каску. Такс, сейчас. Как там, взрывоопасный пламень, да, вроде, да? Да. Ну бафни типа это, ёбаный в рот. Ну а чё кулак-то сбили? Вы чё, разобраться там не можете? Как он? У меня же пед с этими, с магами, да, вроде? Да. Еще раз. Имперси готов? Все, все готовы, поехали. Шторм, короче, смотрите. Про макрос еще надо сказать, наверное. Леха, а что тактику расскажешь? Я хуй знаю, что тут делать. Заебись. Я тоже хуй его знает, что тут делать. Сейчас пойдем. Освоение, да? Че, ебать, ГП получать, что делать? Так дохуя народу без саппорта. Кого не будет, 1000 ебанута. Пускай. Ну, сразу уменьшилось. Че, нерушимые традиции? Я саппротер. Ну, еще уменьшилось. Еще лужу на анхолике качать, хотя она не качается. Много где полезной будет. Антимагическая катарка? Ну, это разведят. Смотрите за штормом. Скоро должен быть. Шторм 10. Шторм.
блядь. Почему Пет, сука, хуярит Джайна, а не Цезарь? Кончит. Ну, я понял, как можно петом сделать так, чтобы он выбирал цель. Ctrl 1? Нет. По-другому. Будет бегать, короче, бить всех мелких и кучу. Осторожно, СОУЕ сейчас. Стопаните, АУЕ. Блять, не могу стопать. Давай, иди. У меня само по себе работает этот пьета. Прибежали на ту сторону. Разворачиваем. Второго забер. Алоэ, разверни Джайну. Мобы замедляются, кстати, от ложи или нет? Вот сами посмотри. Так же это... Нет, я не про тех, я про Луцини. Вот Луцини, поддёргай моб. Замедляться будет? Китос, аккуратно. Там, по-моему, говорили, что замедло уберут. Потому что там кто-то жаловался, большой, что он работает на боссах и везде. Смотрите, не проебите, что. Ну, сейчас последний будет, через 10 секунд. Ну, в общем, если что, сегодня проверю на вальках. Если на вальках не работает, ну, значит, она да, уже не работает. Выделите возле меня вот этих маленьких позовешь, скиньте дотки. Берите все кочу. Сейчас тут стало вешу. Пробойте гимноману. Все, и большого тоже бейте, что у вас так осталось. Все, большого. Добивайте. Мелкий трэш добивайте. Я завис, ребят, жестко. Отвис. Нажали. Получи. Не
метки. Женек, Фарада, Мосс, Мяка, Даркес. Войт. Тёр. Чем? Забираемся. Метки. Розелина, Никитос, Шторы, Денчик. Прости, Алоэ, просите, Алоэ. Боссы. Луцинь, забери. Боссы? Ну, блядь, я что? Ну, бег дальше, разносите. Не надо так близко к метке. Хильди войд, да? Где прохил по рейду? Ебучий Сочи, блядь. Шторы был СС. Вам даже не надо. Окей, пока тут, блять, пока тут, короче, шторы поднимешь. Луциня прохил. Хильте, блять, танк. Метки, Талдарам, Фрост, Женек, Хнямка, прости, Тимы. Ну вот опять, зачем близко так? Забирайте танки. Вы смотрите вообще, с вас спал дебаф, сразу таун. И что вы ждете? Женек пока тут. Нямка мягко прости его урога. Метеора. Кройц. Хил. Держи, короче, лагом, конечно. Меньше людей, меньше хитить. Этот... Пошли к боссу. В ТКшке там босса доберите. О, че я? Метки. Я, Никитос, Фарада, Мосса, Денч. Вот там еще Луцинь. Метеоры закрыть. Алоэ там. Лучи. Метки, я, Талдарам, Никитос, Алоэ, Войт и Римперси. Закрыть. Ну, пиздец, конечно, Ром. Я тут тоже так разбил, блядь. Там где вообще какая-то жопа происходит. Че по БРам? По БРам, короче, этот, СС перевесится перед куполом Мосса. Ну, блядь, перед первой фазой, после этого, до купола, блядь, должны появиться. Все вывешали их заранее. Я это, могу поднять маски, да, чтобы потом это самое... Да, Войт, поднимай, да, ты поднимай. Не купайте. Через лужи не пробегайте, они тоже дамажат. Где он? А, вон он. Я за печенькой. В трусы не становитесь, это не метка не для этого. Квадрат. Идите за костами, аккуратно. Луч, отцепли. Дарам, блядь, не тупит, быстрее отбивает. Нет. Разбиваем. Ближе нельзя было поставить, да? Смотри, я чё с мышкой бью, блядь, только. Пульте, если чё, на Войда. Давай, давайте. Давай. Боря, вынесли. Помяки сальто.
Дайте геру для разгона. Блять, сорвете агро, перекройте эти копии. Сорвете агро, блять, будет лучше в этой. Вори. То стопайте. На отец. Талдарам. Долго, долго, очень, блядь, долго отбегаешь. Не ловите ебучий натиск. Метки. Выносим Талдарам, шторы, Фарада, Ванга, Глинперс. Разбиваем. РДД, все свичи. Купол через 8 секунд. Готовимся к куполу. Вот. Купол. Блять, сказал же, готовимся к куполу. Какого хуя вы, блять, не подготовились? 4 чела. Нахуя ты встаешь с СС-а? На куполе, блять. После купола, может, нет? Ракушки. Еще один, блядь. Чего ты дохнешь? Фир не ловите. Еще и ДК сдох. Вы серьезно? Лицом Джайна, блядь, не можете бегать. У Мосса, у Тимыча, у Гермперсика из БР. Я в курсе. Бейте катализаторы и аккуратно бегайте. Рога, ты там, блядь, отчего? Немк пишет, сам станет. На нем родился свисит. Талдарам, блядь. Тимыч, Луциня, Луцинь, шторы, шторы, Розелину, больше никого не поднимаем, Луцинь, Войт, забираешь пока трэш, потом Луцинь с тебя перетанчивает, Тимыч, трэш, быстрее, БРы пошли. Только убейте трэш, это меня захуярит. Я одного на себя забрал. Где БР? Луцинь, шторы, блядь, поднимай быстрее уже. Долго БРите очень. Косты сбивайте. Буря вынесли. Натиск. Натиск. Аккуратно, блядь, не словите ебучий натиск. Ляжемся. Мобов больше ешь, кидайте, кто там ловит, блядь. Натис. Натис, натис, натис. Сегодня по боссу работаем. Метки. Это нормальные косты будете сделать вообще? Тихо, нате. Бегите. Сюда бежит. Так. А косты никто и не сбил. Лёг, скажи, это нормально. Вообще нормально? Нет, вот, это типа, не у меня 24 секунды прерывания коста. Весь я два раза квартиш, сука. Просто их никто не занимался. Они пишут элементали, их банить нельзя. Это копии. Им можно сбивать косты чем угодно.
Написано элементарий. Да, ребят, я шаманом побежал сбивать натиск, и потом снова натиск. И, короче, она вот слева стояла, я вот только один успел сбить, и потом я натиск поймал, короче. Еще Леха сказал, кто натиск поймал. И я вот в итоге начал просто продамаживать босса, чтобы быстрее слить его. И потом глыбы АУЕ дал. Поэтому я только вот один успел сбить, и все. Глыбы АУЕшкой быстро снимается, да? Ну вот я вот шаманом вообще заебись, сейчас АУЕ прям летит по глыбам. Стаки накопил, и только глыбы вылезли, я уже туда уехал. Ну, ты нанес 17 кап по любимым гробницам. Не-не-не, вижу, вранье. Кому это хуйня? И, кстати, надо? Сейчас шаманы по этим, линкани, пожалуйста, по катализаторам урон. Прям вообще охуенно. Я прям бегал, шоки кидал и разряжал шипы. Тут лут разделение идет. Подождите, не тут... Резайте людей. На третьем месте. Кому надо эта хуйня, осколок? Бля, я квест не делал. А вообще, Лёх, если на шамана вообще разрешишь этот посох делать или нет? Если ты будешь собирать посох, тебе потом не разрешат ролить в шмот, который будет в дальнейшем. Ну, в плане, ты будешь бегать с посохом, тебе щит никто не отдаст. А что, у нас щит 290 уже нет. 290 потом... будет щит. В завесе? Вока. Вока? Подожди, а там же нет щита Вока. Есть там щит. Да? Ну ладно, тогда. И он по статам уже лучше, чем посох. Ну надо, что тогда не буду. Просто у тебя есть этот хуетень. Просто у тебя есть этот осколок Джайна? Да, уже брал. Кому не надо? Ну, я сову буду делать, но как бы у меня ни квестов, нихуя нету, нахуй. Не, ну хотя бы квест у кого есть. Квеста нету. Никому не надо, короче, да? Да. Ну ладно. Значит, будет на ДК у меня. Сука. Книжка башка. Адмирала. Адмирала надо просто. А на кого эта книжка идет? Так, тихо. Фаермаг, ДЦ, Стардруп. Мейнспек. Че, никому на мейнспек не надо? Плечи. С духом. Тебе не хочется на друида ректора себе войти? Ну, на успех, но... У меня же мейн мишка пока что. О, ладно, офспек. Плечи рольте. Какой офспек? Тебе зачем? Всех костотов больше. Нахера я пончик тебя эти плечи? Офспек. Они с духом и с критом. Ну это топовое для ДЦ. Пончик, когда ты ДЦ своего нормального вид приведешь? Бабка. Эти бабки уже сам знаешь куда. Так, башка, мейнспек. Прости, забирай, пока в приори. Она не нужна на мне пока что. У меня есть 4 куска, нахуй мне эта башка. Кого выше там приор? Он пускай пацаны. Так, сейчас скажу. Вазелина. Вазелина. Нужнее пока что. Че, начислить, Лех? Да. А, блядь, я ж на магии, я не могу начислить магию. Блядь. Ну, потом дойдешь для этого, шамана начислишь. Угу. Так, где тут разделение? В какой ты группе вообще? А, ну давай я сейчас начислю, в принципе. Так, дальше. А, где? Демон порубил начал. Вот это херотень, мейнспек. Моссос. И Мосси еще вот за эту штуку начислишь. Угу. Так, маунт, короче. Роль.
Тимыч вроде как выиграл в 80. Не, у меня есть, блядь, я же забыл. Значит, выиграл Денчик 83 за ним. Так, еще за меня Вага, кинь ролл, может фортанет. Вон, Леха, мой возьми. Вага, за меня еще кинь. И за меня. Я дочь, кто там? Денчик? Денчик, да? 83. Да, да. Денчик, что даю. Так, заодно начислишь ИП-шку зайдешь в рейд. Угу. Чё, Void Go и RS соберёшь? Какой RS? ОКХМ летим. RS они не ставят. Я думал, всё. Я хочу проверить. Анхолика хочу попробовать посмотреть. Лужи замедляют мобов анхолики или нет? Похоже, фармиловый яичек было не самое плохое. Ты будешь рейд перетасовывать? Чё, летим как есть, всё. На ходе ДК луж-то и не было. У нас нету в гильдии вообще на ходе ДК. Довран, да, импорт? Если там будет лужи анхолика замедляют, то я ж могу их, блять, бесконечно. Те лужи хуи.